Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy, мы с вами продолжаем играть в игру, где нам предстоит сражаться с нубиками. И в прошлом видео, ребята, у нас, в принципе, была очень хорошая скорость. Сегодня, ребята, я приобрел себе трех вот таких вот пэтов, которые дают мне по 850 силы. И мы с вами посмотрим, какой у меня сегодня будет лучший результат и какой босс нубиков нам сейчас попадется. Давайте, ребята, попробуем мы сегодня еще с вами, кстати, задонатить. Задонатим мы неплохо. Я хочу открыть вот это последнее яйцо. Здесь у нас, смотрите, очень жесткие пэты. И мы посмотрим, какой же нам питомец из этих выпадет. Перед просмотром не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Ну и давайте мы сразу же начнем с того, что я задоначу, ребят. Давайте мы сразу с вами сдонатим 25 тысяч побед за 775 робаксов. И, ребята, попробуем выбить какого-нибудь крутого пэта. 15 тысяч стоит открытие одно, ребят. И поэтому давайте смотрим. Такс, рарка, а вот это крутяк, ребята, рарка 35%, сколько она нам будет давать? 9 косарей, что, серьезно? Я, кстати, выше стал, заметили? У меня 13 тысяч, сразу мой результат стал, ребят. Офигеть, давайте побежали. Посмотрим, как мы с вами дойдем. Ну, типа, смотрите, ребят, это просто жесть, как я быстро перемещаюсь. Я на сервере на втором месте. На первом месте, ребят, у нас какой-то чувак, у которого 33 тысячи силы. Ну, типа, до соточки я, наверное, дойду, да, ребят? Вообще без проблем, смотрите. Вообще изи. Ну, знаете что, мы можем с вами еще сдонатить, например, 5000 робаксов, да? 5000 побед. И посмотрим, что из этого получится. Мне кажется, да, неплохой вариант. Смотрите, ребят, у меня рекорд был 129 вроде. Так, давай. Вот, проходим, ребят, 129. До 150 мы не дойдем, конечно же. Давайте, да, я задоначу еще, ребят, 5000 побед за 200 робаксов, да, вот таким вот образом мы с вами донатим. И у меня 15 тысяч побед снова, кстати, 10 тысяч у меня силы. И я, кстати, размером как все, да. Давайте мы еще раз открываем и... Эпик! Ребята, мне эпик выпал за 14%, жесть, мне везет, 12 косарей он дает. Так, окей, ребят, у меня 21 тысяча силы. Давайте посмотрим, сколько я сейчас буду кликать, ребят, это просто жесть, вау. Я по 160 кликаю, ребят, я первый на сервере, и у меня сейчас будет лучший результат. Подожди-ка, а я в топ, интересно, смогу попасть или нет, ребят, топ. А по счету, давайте посмотрим, самый-самый-самый минимальный, это 84 тысячи, ребят. У меня половина из этого, офигеть. Ну давайте посмотрим, сколько мне 42 тысячи дадут сейчас побед, ребят. Погнали смотреть на мой новый результат. Жесть, я большой, ребят. И смотрите, как я быстро перемещаюсь. Да, сзади меня чувак, у которого 34 тысячи. Жесть, ребята. Вот это мы с вами стали супер сильными. Интересно, докуда я смогу дойти? Первую линию пройду или нет, ребят? Как думаете? Мне кажется, что скорее всего мы с вами сейчас вообще легко пройдем первую линию, да, и перейдем ко второй. У меня 700 побед, ребят, офигеть. Так, нам надо еще осталось, получается, третьего пэта, да, поменять, ребят. Третьего пэта, потому что, смотрите, у меня 850 он дает, да. Так, сколько там? 5000 вроде бы стоит следующий, ребят. Следующее яйцо, да, ну ладно, сейчас посмотрим. Я хочу первую линию, главное, закончить, ребят. Давайте посмотрим, сколько нам дадут вообще побед. Ну, в принципе, побед мы достаточно много уже нафармили, ребят, смотрите. А как он меня обогнал? У него меньше скорости, он меня обгоняет. Как это так? Смотрите, ребят. Как он меня обогнал, я не понял. Что-то как-то странно. Ну, ребят, у меня 350 уже новый результат. Я не знаю, как он меня перегнал, имея меньше силы, да? Что-то как-то странно. Странный очень чел. Ну ладно, окей, ребята, не будем, в принципе, на него. Может быть, он читер какой-нибудь, а? Как думаете? Ребят, у меня был 129, мой лучший результат. Сейчас у меня уже 400, и я почти прохожу полностью карту. Мне кажется, нам надо будет с вами иметь примерно 60 тысяч, чтобы проходить полностью всю карту. Ну, сейчас посмотрим, ребята. У меня 21 тысяча силы. Жесть, тут сколько народу появляется сразу. А, вот, 2500, ребят, стоит у нас до вот этого яйца. Давайте тогда накопим на вот это яйцо, и сейчас с вами посмотрим, кого мы с вами сможем выбить. Ну, а перед тем, как, конечно же, его открывать, нам надо фармить победы, потому что мы с вами, в принципе, ну, 1000 рубаксов сегодня задонатили, да? Поэтому, ребята, обязательно ставьте лайки, кто еще не поставил, и давайте посмотрим, сможем ли мы с вами попасть в топ. Ого, нифига себе, поскольку по 189 я получаю, сейчас у меня будет еще лучший результат, скорее всего, ребят.
Давайте посмотрим. Так, я первый на сервере пока что, да, по силе. И да, ребят, это будет новый результат, новый рекорд. Скорее всего, около 48 тысяч, наверное, я думаю, ребят. Давайте посмотрим. Нет, 46 тысяч. Ну ладно, все равно тоже неплохой результат, ребят. Погнали. Давайте смотреть. Я... Почему он стартует быстрее меня? Вот видите, да? У него меньше силы. Но он все равно меня обгоняет. Блин, я еще вот так врезаюсь. Но, скорее всего, из-за того, что я врезаюсь, да, меня вот так вот назад откидывает, а он просто бежит вперед. Жесть, ребята, смотрите, у чуваков какие результаты, какие у меня результаты. Блин, интересно, конечно, сейчас докуда я смогу добежать. Ну, хорошо, что мы с вами сейчас первую линию проходим, да, и проходим половину второй линии, ребята. И это, конечно, очень интересно, докуда я сейчас смогу дойти. Ну, мне кажется, все равно половина примерно у нас останется, да, для того, чтобы пройти, до того, чтобы пройти вот эту вот вторую линию. Кстати, третьей здесь линии нет, заметьте, ребят. Так, ну и девчонка вообще появилась на второй линии. Что это такое, ребят? Как это так? Неужели они читеры какие-то? Читеры? Может быть, читеры, ребят. Так, а я где вообще? Ага, вот я около 300. 20 секунд у нас остается. Да, я также сейчас до половины, ребят, примерно добегу. И все. И да, кстати, у нас сейчас хватает на яйцо. Мы сейчас с вами яйцо откроем и посмотрим. Возможно, у нас уже будет результат примерно 50 тысяч. Может быть, даже больше, ребят. Сейчас мы с вами это узнаем. Тут, конечно, у нас все зависит от пэтов, да? Давай, до... А, ну до 400 я должен доходить. Да, даже возможно... Не, 425 не могу. Ну, короче, вот сейчас почему-то, ребят, меня очень сильно откидывает. А в предыдущем так меня не откидывало, да? Вот до этой гонки, ребят, что-то как-то странно. Ну, окей. Давайте будем открывать вот это яйцо и посмотрим, что у нас тут. Комонка, ребят. Ну, а с этого яйца комонка выпала, да? Обычная 50%. Ну, кстати, она получше все-таки, да, чем 850 мы с вами получаем. Давайте сейчас посмотрим, какой у нас будет результат. Я хочу еще, ребят, это яйцо открывать. Надо какую-нибудь рарку выбить, да? Давайте посмотрим. Ну-ка, смотрите, кстати, как я сейчас буду в размерах увеличиваться просто моментально по сравнению с другими. Смотрите, бам. И просто... Офигеть, я здоровяк, ребят. По сколько я получаю? По 178? Ну, по идее, да, ребят. Я, в принципе, могу сделать 50 тысяч, наверное, да? Давайте сейчас посмотрим. А может быть, ребята, и не получится 50 тысяч сделать. Почему так, ребят? Смотрите, я сейчас еле-еле дохожу до своего результата. Хотя пэты, в принципе, у меня сейчас намного лучше стали, да? Так, окей, давайте посмотрим, ребят, насколько мы с вами стали круче. Так, я вот так, ребят, просто вот так вот бегу специально, чтобы... Меня не откидывало назад. Может быть, меня так не будет откидывать. Я хочу быть первым. Вот, смотрите, видите, да? Мы сейчас с ним наравне почти идем. Все равно я немножечко... Вон он впереди был. Он впереди. Он все равно меня обгоняет. Как он это делает, я не понимаю. У меня больше силы, он меня обгоняет. Нет, сейчас я его обогнал, ребят. Сейчас... Да, что такое? Сейчас я был впереди. Сейчас мы где-то идем с ним поровну, да? Смотрите, ребят, у нас примерно одинаковый результат. Но я должен быть быстрее, а? Смотри, он опять меня перегнал. Я не понимаю, ребят, как он это делает? Как он проходит боссов так легко и быстро? Может быть, кликать надо мне? А, давайте-ка посмотрим. Подождите-ка, я... А я кликаю? Подожди, это мне за клики засчитывает или что? Не, я не понимаю. Да, ребят! Если я кликаю... Подожди, ну-ка. Не, нифига, это я то, что бегу. Я думал, ребят, мне за клики дают. Капец, я нубас, оказывается. Столько играю, да, и только сейчас понял то, что победы просто так нам дают за то, что мы с вами финишируем вот эти вот числа, а не за клики. Ладно, ребята, смотрите, мы все-таки все равно с ним наравне почти идем. Как он меня обгоняет, я не понимаю, ребят. У меня больше силы, 2000 силы у меня, ребят. И он меня обгоняет. Ну вот, смотрите, видите, да, половина... А что, если мы с вами будем немножечко по-другому бежать? Давайте сейчас, знаете, как я придумал? Давайте сейчас попробуем смотреть в другую сторону. То есть мы вот так бежим, а я буду вот так вот бежать, ребят. Типа смотреть вперед. Вот, ну, то есть смотреть на себя, да, вот так вот сейчас, ребят. Попробуем покликать, посмотреть на наш новый результат. Кстати, у меня пэты куда-то пропали непонятно куда. Ну, окей, наверное, багнулись где-то, да. Но в топ, конечно, ребята, я пока еще не попадаю. Ну, хочется попробовать. Пойти в этот топ, ребята, посмотреть, насколько я смогу стать сильнее. Давайте, о, 199 уже получаю, ребят, неплохо. Вот, я сейчас вот так побегу, видите, да, ну ладно, сейчас пока прокликаем, окей, окей, кликаем, пока что кликаем, ребята, 10 секунд, вот сейчас, возможно, да, сейчас мы, ребята, с вами сделаем, наверное, все-таки 50 тысяч, не, нифига, смотри, не хватает все равно.
Капец, немножко не хватает. Ладно, побежали. Ребята, я вот так вот побегу. Специально, чтобы мало ли, вдруг я так буду быстрее бежать. Кстати, смотрите. А, он вышел с сервера. Блин, ребята, он вышел с сервера. А я, походу, только понял секрет этой игры. Смотрите, ребят. Меня вот так вот не откидывает. Вроде. Ну, вроде как, да. Так, окей, давайте. А, подожди-ка, смотри, а что бекон делает на второй линии? Как они это делают, ребят? Как они переходят на вторую линию? Я не понимаю. Либо это баг, либо что? Ладно, пофиг, ребята, давайте. Наша цель сейчас попробовать все-таки дойти до конца этой карты, посмотреть, какая будет награда. Кстати, у нас уже достаточно побед, чтобы открыть снова яйцо и посмотреть, что же там за питомец выпадет. Ну и, кстати, сколько там я уж пробежал-то? Уже 300, 275, сейчас будет примерно 300 у нас, ребята. Мы с вами потихонечку приближаемся, да? Вот, мы с вами сейчас телепортировались. А что за челы там стоят, я не понимаю, ребят. Это читы какие-то, что ли, или что? Смотри, видите, да? Они телепортируются как-то туда, в ту зону. Я не понимаю, как это происходит, ребят, но это жесть какая-то. Это, походу, читы какие-то. Так, я где вообще? Так, ну это я специально вот так сделал, ребята. Ну, давайте просто проверим, мне интересно. Хотя нет, все-таки я, ребята, все равно так же бегаю. Хоть куда смотри, потому что, ну, в прошлом мы с вами примерно чуть больше даже половины прошли, да? А сейчас мы с вами, ну, да, половина, ребят, половина мы с вами прошли. Ну, неплохо, окей, неплохо. У нас достаточно денег, чтобы, ребята, с вами вот так вот сделать и открыть еще одного пэта. Главное, чтобы не команка. О, вот это класс, ребят, это рарочка за 35%. Она уже получше. Во, 2500 дает, ребят. Ну, короче, в принципе, мы с вами можем копить чисто вот на это яйцо, потому что тут пэты самые крутые, ребят. И давайте посмотрим, сколько у нас сейчас будет результат. До 50 тысяч дойдем вообще или нет, ребят? По идее, мы должны дойти до 50 тысяч. Поскольку? А сейчас по 188 с вами получаем. Как-то странно, ребят. Ну, ладно, давайте посмотрим, сколько у нас будет сейчас результат. По идее... Не, нифига, ребят, нифига. Мы с вами даже 48, наверное, не сделаем, да? Что-то как-то странно, ребят. Я не понимаю. Не, 48 будет, да? Вообще, по 1000, ребят, мы с вами делаем. Это жесть какая-то. Я не могу до 50 тысяч свой лучший результат сделать. Жесть. Ну, ребят, если вам нравится эта игра и вы хотите увидеть продолжение, то обязательно, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну, а я в следующем видео постараюсь полностью пройти все две линии. Ну, и, конечно же, не знаю, может быть, без доната получится это сделать, ребят. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте про лайки, ребят. Всем пока-пока.